Всем привет! Всем привет! Дорогие друзья, сегодня у нас будет одно необычное видео. У меня Света очень давно хочет обесцветить все волосы. Но я обесцветить боюсь ей, и поэтому мы решили взять крем-краску Хну и попробовать. Долго я ее держать не буду, чтобы чисто чуть-чуть, она просто не хочет. Ей нравится светлый цвет волос, поэтому мы попробуем. Взяли мы ее в Фикспрессе, стоила она 55 рублей, да, по-моему. Что в этот набор входит? Сейчас мы вам покажем. Это, во-первых, вот такая вот инструкция. Дальше пакетик крем Хна. Это уже сразу можно брать и мазать на голову. И перчатки. Света уже их доставала, одевала. Вчера хотела вечером, но я не разрешила. Так, здесь написано, нанесите... Так, наденьте перчатки равномерно, нанесите крем Хну по всей длине волос. Оставьте волосы на 15 минут для получения более насыщенного цвета на 25 минут. Результат окрашивания зависит от вашего натурального цвета структуры волос. Увеличение времени окрашивания волос приведет к более темного типа тона выбранного цвета. После окрашивая, тщательно промойте волосы теплой водой без использования шампуня. Ну вот, в целом вот так вот. Вот смотрите. На русый цвет, как у Света, вот не рекомендуется, да? У тебя более светло. Ну мы попробуем. Хотя вот тут смотрите, на какие цвета только рекомендуется, но у Светы... Сейчас попробую показать. Не вот такой цвет. У нее намного светлее, поэтому, мне кажется, должно получиться. Но посмотрим, что получится. Я уже как-то брала в Фикспрессе краску, и мне не понравилось. Ну что, будем делать эксперимент. Испытываем, короче говоря, Фикспресс. Что у нас из этого получится, ребята дорогие? Я не знаю. Но вот я Свете говорю, что это первый и последний раз. Поняла меня? Потому что я очень долго не соглашалась. Ну, вот. Хна более-менее. Она, как мне один раз сказали, она укрепляет волосы. Да. Мы решили... У нас свекровь постоянно красится Хной, поэтому мы решили испытать ее. И она говорила, что крем Хна укрепляет волосы. Поэтому идем, мажем, испытываем. Сейчас найду пеленку, чтобы ей на шею надеть. Потом... На голову пакетик оденем и будет ходить, что тут написано, 25 минут для более насыщенного цвета, да? Тена более светлее, значит 25 минут будем засекать время. Ну что, идем мазаться? Дорогие друзья, ставим эксперимент на Светиными волосами. Сейчас я, блин, думала расческу взяла, кисточку вместо расчески. Будем красить ей волосы, посмотрим, что у нас получится. А ножницы не взяли, да? А как я тех Хну открою? Ладно, пойду я за ножницами схожу. Thank you.
Итак, дорогие друзья, будем снимать с головы, но вот на первый взгляд вообще ничего не видно, что где-то что-то осветилось, осветлело. Сейчас я еще вот так помассирую ей, мы вымоем ей голову. Ну вот смотрите сами, вообще ничего не видно, что где-то что-то посветлело. Вообще впитала. Никак. Впитала только. Впитала только, да? Сейчас мы ей помоем голову. И посмотрим, ребята, что у нас получилось. Ну, как мне кажется, вообще никак ничего не получилось. Потому что вот наклони голову. Видите, волосы какие были, такие они у нее и есть, по сути. Фикс прайс рулит. Ставьте лайки. Ладно, моем голову, потом покажем вам. Ну что, дорогие друзья, час пик, иди сюда. Видите, ничего не получилось, фикс прайс рулит. Нифига, вот смотрите. Вообще никак ни о чем, поворачивайся, крутись. Видите, вообще никак ни о чем. Так что, дорогие друзья, разочаровалась? Нет? Ну, эксперимент все равно у нас не получился. Фикс прайс вообще никак, видите? Я же тебе говорила, зря потратим деньги. Ну ладно, ради эксперимента. Ну вот так вот. Ничего оно не помогло, вообще никак не обесцветило ли ее волосы. Ну ладно. Пишите, что еще проэкспериментировать. Она хочет поэкспериментировать с разными красками, которые многие говорят, что не красят. Ну вот мы уже пробовали тоник, мы уже пробовали фикс прайс. У нас пока ничего не получилось. Так что не советую никому. Где коробка? Вот такая вот крем-хна. Не берите, не тратьте зря деньги. Я вот взяла и теперь сожалею об этом. Ну ладно, вот такой вот был ролик. Если вам понравилось, ставьте лайк. Да? И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока.